вечер, дорогие друзья. Мы начинаем концерт ансамбля «Арсенал». Мы сегодня решили сделать такой немножко более джазовый уклон. И начнем первое отделение с двух таких традиционных джазовых произведений. Первое – это то, что называют джазовой балладой. Вообще такое есть понятие, когда медленная пьеса. В основном джазовая баллада в истории американского джаза, она возникла где-то в 30-е еще годы, когда многие джазмены стали по-своему играть популярные песни. В основном это были арии из американских мюзиклов. И они стали немножко усложнять и как-то изменять гармонии этих мюзиклов. Если сравнить гармонию, как это был написал тот же Джордж Гершвин, например, первоначальный вариант, который был в мюзикле, и сравнить, как ее, эту вещь там играл Чарли Паркер или Джон Колтрейн, это совершенно две разных гармонии. И вот таким образом возникло понятие «джазовая баллада». На самом деле, значит, для чего эти музыканты джазовые вставляли в свои пластинки, а тогда появились долгоиграющие пластинки, где на каждой стороне было, значит, по три пьесы. В середине была медленная пьеса. И вот эти вот баллады вставляли для того, чтобы эти пластинки, широкая американская публика, которая, кстати, как это ни странно сейчас звучит, вообще джазом не очень интересовалась. Но так как они слышали, что вот и знакомая им любимая мелодия, которая все время звучала по радио, которую они любили, она есть на этой пластинке, то эти пластинки покупались. А заодно и слушались те сложные произведения джазовые, которые там были и на той, и на другой стороне. Вот так и появилась джазовая баллада для привлечения более широкой публики именно к джазу. И, в общем, это сработало. И вот сейчас прозвучит одна из таких баллад. Она пользовалась всегда большой популярностью. Она называется «Lover Man». Ну, можно ее перевести как «любовник», а или, обычно, как «любимый». Значит, автор – некто Родригес. Она перейдет уже в чисто джазовую пьесу, которую исполнял квинтет братьев Эдерли. И называется она «This Here». Это такой типичный, видоизмененный уже блюз, причем на три четверти и еще вдобавок с какими-то некими добавлениями к 12-тактовому стандартному американскому блюзу. Итак, «Lover Man» и «This Here». Thank you.
продолжая джазовую традицию, вы сейчас услышите еще одну джазовую балладу, которая была написана, в общем-то, не так давно, в 1952 году, двумя малоизвестными людьми. Это был Гай Вуд и Роберт Мелвин. Но называется она «My One and Only Love». В общем, это такая типичная джазовая баллада, но она нам понравилась тем, как ее исполнил Стинг. Он ее по-своему исполнил. И вот сейчас вы услышите, как приблизительно ее исполнял Стинг, а исполнит наш еще один участник ансамбля «Эстрада». Его зовут Марк Юсин. Every thought of you makes my heart sing like an April breeze on the wings of sin. And you appear in all your splendor. My one and only love. The shadows human for night, misty charms every azure night. While you're in my arms, I feel your lips so warm, so tender. My one and only love. The touch of your hand is like heaven. The heaven that I never know. The flash on your cheek, wherever I speak, tells me that you know. Feel your eager heart with such desire. Every kiss you give sets my soul on fire. I keep myself in sweet surrender. My one and only love. Thank you.
without you. I feel your eager heartbeat, and such desire, every kiss you give, sets my soul on fire. I give myself a sweet surrender. Сейчас вы услышите песню из репертуара замечательного певца. Его зовут Джина Ванелли. Его имя, оно, в общем-то, сейчас не настолько популярно, как оно было популярным в 70-е годы. Его история сводится к тому, что вообще родился-то он в Канаде, в англоязычной его части, в Монреале, в очень талантливой итальянской семье, где все, начиная с отца и его братьев, все писали музыку, все пели, играли на разных инструментах. И довольно быстро он, уже будучи совсем еще молодым человеком, стал занимать самые первые высокие места по опросу именно в Канаде. И вот ему посоветовали, в общем-то, люди, а не попробовать ли ему переехать в Америку. И, в общем, он решился на это. И не знаю, насколько вообще был его выбор правильный. Может быть, действительно стоило это сделать. Потому что как только он приехал в Америку и стал там записываться, выступать, он сразу же отодвинул с первых мест многих очень звезд. А в то время, кстати, и до сих пор, весь музыкальный бизнес держался в руках чернокожих продюсеров и певцов. И они как-то так напряглись немного, почему вот этот белый итальянский парень отодвигает. Его начали слегка поджимать, тем более, что у него что ни песня, что ни альбом, это он вызывал вообще колоссальный восторг у всех. И даже в Европе уже стали его любить. В общем, короче говоря, немножко его стали поджимать, и он на какое-то время вынужден был даже исчезнуть куда-то. Но это не зря не прошло. Где-то с 78 там, по 90-й год он отсутствовал. Но это ему пошло на пользу, потому что он увлекся теологией, вообще эзотерикой. И провел время в различных монастырях, например, в дзен-буддистских в Японии, в Перу. Был там как монах и вообще изучал даже какие-то такие сложные всякие философские науки. И потом вернулся и опять, в общем, стал популярным. И вот сейчас прозвучит одна из песен, которые ему принесли популярность еще в 70-е годы. Это песня, которая называется «Fly Into This Night» Джина Ванелли. Fly, fly into this night.
Который, в общем, проходит сквозь всю историю Арсенала, это стиль фанк.
И вот сейчас я вам расскажу, почему я так назвал пьесу, которую вы сейчас услышите. Дело в том, что в последнее время где-то вот меня берут, ну, часто довольно интервью. Я не говорю про журналистов там из разных газет и журналов, но бывают музыкальные, с радио, с телевидения. И я сразу вижу, что вот передо мной девушка, которая мало чего о музыке знает, хотя избрала профессию такой музыкальной, какой-то, значит, журналистику. И я сразу задаю ей такой сразу вопрос. А вы слышали когда-нибудь про фанк? И она на меня так смотрит и не понимает. И я понимаю, что передо мной про фанка. В смысле фанка. Понимаете, вот так я и назвал эту пьесу, посвятив ее вот тем самым молодым нашим новым поколениям музыковедшим про фанка. Thank you.
Чариков, бас-гитара. Юрий Погибов, фортепиано, клавиши. Марк Лисин, гитара, клавиши, итальянский спектакль. Ансамбль Арсенал. Спасибо вам большое. А теперь давайте сделаем небольшой антракт. Дорогие друзья, мы продолжаем наш концерт. Мы начнем второе отделение пьесы, которую я написал не так давно, на тему театра масок или комеди дель арто. Вот так называется этот театр. Я сам не очень хорошо знал историю театра, пока не углубился в интернет. И вот там я узнал, что оказывается, первое вообще понятие театр возникло в Венеции в середине 16 века. А до этого не было театра. Были многочисленные такие карнавалы в Венеции, там все время карнавал происходит, такой праздничный город, где развлекали эту толпу отдельные, значит, просто персонажи. Это были шуты, мимы, фокусники, клоуны, гимнасты и так далее. И вот человеку по имени Анджело Бьолько, вот ему пришла в голову мысль, они не объединить ли этих персонажей в один коллектив и не заставить ли их играть какие-то уже пьесы по сценариям. Таким образом возник вот то, что мы называем театром. Но у этого театра первого, почему он получил название «Театр масок», была такая особенность. Это тоже заслуга Бьолько. Он распределил многочисленные маски и костюмы. Вот каждый актер, он должен всю жизнь был выступать в одной роли. Например, играя там героя или еще кого-то. И таким образом возникло вообще целый ряд уже ставших традиционным таких масок, как бы. Ну, я перечислил несколько сегодня, хотя их десятки. Это панталоны, бригелла, орликин, тарталья, скарамуча, пульчинелла. Это были маски, которые отображали либо каких-то богатых купцов или каких-то жадных богатеев, либо каких-то чиновников, либо слуг хитрых и так далее. Были женские маски, Коломбина, Смеральдина. Вот, в общем, этот театр, он получил колоссальную популярность. И сразу стали возникать театры, например, во Франции. Там появилась новая маска Пьеро. И вот эта маска Пьеро, она прошла через века и дошла уже до России. Когда в 1906 году наш великий поэт Александр Блок написал пьесу специально для театра масок. Она называлась «Балаганчик». А роль Пьеро там сыграл совсем молодой, еще начинавший, Всеволод Мирхольд. И это было поставлено в Петербурге, в театре Комиссаржевской, который до сих пор там существует. Вот эти традиции, они пришли в Россию и живут, в общем, до сих пор. Тем более, что в 22-м году уже, в советское время, Евгений Вахтангов создал тоже театр масок и написал пьесу «Принцесса Турандот», которая идет до сих пор. И вот маска сама, Пьеро, она сейчас осуществляется, олицетворяет собой вообще сам принцип театра. Вот такая история. Ну, а сейчас вы услышите пьесу, который я посвятил как раз вот этому персонажу, грустный герой.
Спасибо. Сейчас вы услышите одну из пьес, которая вошла в состав последнего альбома «Арсенала». Он называется «Поток сознания». Я думаю, что, в общем, его уже, наверное, купить не удастся. Весь тираж распродан, поэтому можно его послушать только в концертном исполнении. Но, кстати, студийная запись и концертное исполнение – это совершенно разные две версии. Поэтому мне больше нравится, когда я слушаю, когда я играю живьем. Пьеса эта посвящена истории, еще древней истории, месту, которое вообще возникло за 2500 лет до нашей эры в Центральной Азии. Там возникло такое, значит, базар такой на маршруте Великого Шелкового Пути. Караваны везли из Китая в Европу, в Африку и в Индию свой шелк, который был популярен уже тогда, и останавливались отдохнуть под склонами Алайского хребта. А обратно караваны идущие тоже везли какие-то товары, тоже останавливались там же, и там возник такой базарчик. Когда обменивались товарами, и купцы, которые везли, кто в Европу, кто из Европы. И вот на этом месте возникло такое явление, как Алайский базар, который просуществовал до наших времен. И сейчас этот базарчик существует почти в неизменившемся виде. В Ташкенте, в Узбекистане. Но в те времена, за 2500 лет до нашей эры, никаких ни узбеков не было. Это были дикие монгольские такие степи, где бесчинствовали банды непонятных племен, нападавшие на эти караваны, грабившие их, убивавшие. Поэтому и караван, вообще понятие караван, это не просто вереница таких груженных каких-то верблюдов или мулов, это еще вдобавок по обе стороны от него ехали очень вооруженные, нанятые воины, которые охраняли вот этих купцов, которые сами себя, конечно, не смогли бы защитить. И вот это и считалось караваном. Итак, композиция, ну, которая написана в таком, в общем, восточном стиле, и я бы отнес ее как раз к понятию world music. Это такая вот современный вид музыки, где используются какие-то древние лады восточные, а исполняется также современным способом на современных инструментах. Итак, Алайский базар. Thank you.
Thank you.
Соло на барабанах исполнил Эдуард Петрухин. Сейчас мы опять возвращаемся к вокалу. Я приглашаю на сцену Марка Юсима. И в его исполнении вы услышите сначала это будет композиция, которую написал Лайонел Ричи. Кто такой Лайонел Ричи? Это очень популярный человек, который еще, по-моему, в 1984 году получил премию Грэмми. И он всегда занимал такие первые места, соперничая с такими людьми, как Принц или Майкл Джексон. И вот сейчас прозвучит пьеса, которая называется «Every Time I Hold You».
года этот сингл занял первое место по продажам как в Америке, так и в Англии, в Европе. Исполнил его замечательный такой английский певец, которого зовут Эд Ширан. Но на самом деле у него такой Эдвард Кристофер Ширан. Он не очень-то и молодой, но зато он, кстати, он еще и актер. И вот он уже начал занимать первые места еще где-то за несколько лет до этого. Но вот этот хит, который вы услышите сейчас, он ему принес уже такую глобальную популярность. Называется эта песня «Shape of You» Эд Ширан. Let's not talk too much. Come on,
You lie.
Thank you.
такое. Вот на этой ностальгической ноте мы уже точно с вами прощаемся. Благодарю вас за внимание. Всего вам хорошего.